Я просто думаю, чтобы такое вот сказать вот в самом начале, чтобы, ну да, чтобы вы такие включили и, ну и типа, ну и может быть. Все уже. Что-то мои навыки убедительного перевоплощения в альтернативных персонажей уже, наверное, все. Ну, бездарь. Аутсайдер. Ну и вот, пожалуй, у меня одна идейка все-таки появилась на этот счет. Я не знаю, о чем будет этот выпуск. На улице типа весна. По-моему, зимой не было так холодно, или мне показалось? Блять, точно, отопление же отключили. Слушайте, ну это кто там этим управляет, этим отоплением-то наших жилищ? Ну, наверное, надо уже пересмотреть графики отключения. Тут, походу, сдвинулось все уже, ну, не на неделю, не на две, уже на полтора месяца сдвинулось-то. Наверное, надо где-то в первых числах июня отопление отключать. Как вам такая идейка? Хотя раз на раз не приходится, вспоминается где-то весна года так 3 назад, ну, в прошлом году весна была такая, что я уже, ну, тогда, правда, я чувствовал себя чуть-чуть получше. Ну-ка, нет, подождите. Это я что-то попутал. Да, лучше я себя чувствовал прошлой весной, да. Так лучше, что, блядь, лучше бы мне так уже никогда себя не чувствовать. Ну, короче, где-то 2-3 года назад весна была такая, что уже где-то в начале мая я выходил на стрит и выходил практически в одной рубашке. Вот, то есть настолько было тепло. А сейчас уже конец, практически конец мая, и перед тем, как выйти, вопросы такие вот ставятся. А не надеть ли бы шапочку, там, шарфик, там, а может быть, поспешил зимний свой этот, как я называю? Ну, у меня не пуховичок. Ну, короче. Ну, короче, это. Ну, ладно, как говорится, это. Вообще шикардос, да? Шикардос. Типа Титаник тонет. Вот, да? Вот, Титаник. А, помогите! Я надеюсь, что в июне будет снега поменьше. Так, ну это, кто не смотрел 25-й выпуск, наверное, не смотрите его. А лучше посмотрите. Я там про амбивалентность говорил. Хороший выпуск. Местами обнадеживающие. В целом отвратительный. Но если углубиться и послушать внимательно, то один из самых лучших выпусков за всю мою историю. Ну, историю моего блога, постбард-блога. И пускай я этот выпуск ненавижу, вот этот 25-й просто, вот лучше бы, блядь, он не выходил, конечно же. Но раз он вышел, значит, это была судьба. А судьба, особенно осознанная, это такие дела, конечно же, ну, хорошие, я считаю.
Ну, то есть они правильные, особенно когда в сцеплении с духовной составляющей, вот все вот это, да. Короче, я очень рад, что 25-й выпуск вышел. Но, блядь, я его ненавижу. Лучше его не смотрите, а еще лучше посмотрите. Ну, а это 26-й выпуск. Постараюсь максимально кратко. Конечно же, у меня ничего не получится, скорее всего. Ну, я имею в виду в краткости. Ничего не получится. А во всем остальном я питаю надежды. Ну, или надежды питают меня. Короче, я надеюсь, что с музой тут все взаимно. Но опять же, я вот, наверное, все-таки это уже возраст. Это возраст, чем старше становлюсь. Ну, не верю я во все эти слова. Ну, не верю. Ну, вот эти вот понятия, меня я уже об этом говорил, они меня раздражают. Культура, искусство, муза, поэзия. Ой. Какая муза, блядь? Я просто... Я просто в 2007 году взял в руки гитару изготовления какой-то там мебельной фабрики, купленной мне и подаренной в связи с окончанием школы. Да, кстати, у кого сейчас последние звонки, как раз, да, вот сейчас в это время у всех последние звонки. Дзынь-дзынь! Ну, короче, да, как сказал губернатор, даже если вы уедете в другие города, возвращайтесь. Ага. Ебать, железная просто логика и просто титанически жизнеутверждающая. По-моему, слово логика я зря употребил. Короче, это ебаназия не мое дело, как бы, и это, ну, хоть и... Ну, как не мое? Как не мое? Я это, как бы, педагогический университет, как бы, завершил. Вопрос только, стоило ли мне тратить столько времени на это? Ладно, в пизду. Короче. Ладно, бог с ним, с этим 2007-м. Не хочу я его возвращать. Местами были, конечно, интересные периоды, да. Но это такое дикое исключение. Какая музыка, какое искусство, какая поэзия? Я просто беру гитару, да даже не гитару. Я просто беру и вгрызаюсь вот в эту жизнь со всеми оставшимися моими чувствами и интеллектом. Не, по-моему, уже интеллекта не осталось, там какие-то чувства еще только. И да, я должен был ответить на этот вопрос в 25-м выпуске, ибо в 24-м был запущен интересный конкурс. Почему же я использую фильтры, вот эти всякие сепии, черно-белые, там, да, негативы, когда у меня особенно безудержное веселье. Ну, вот это все, если хотите, посмотрите, не буду сейчас повторяться, хотя я уже это сделал, блядь. Ну, я же говорю, что все, с интеллектом уже, по-моему, все. Да, с интеллектом все. Сука, и кажись, блядь, с этой кнопкой тоже. Короче, ну, ожидаемо было немного вариантов ответов, по-моему, всего два, и то от одного человека, просто в разных соцсетях. Я не понимаю, зачем это было делать. Я чё... Нет, я понимаю, что у меня с интеллектором... С интеллектором, блядь.
Я понимаю, что у меня с интеллектом все уже ё-бо-бо, но не до такой же степени. Я же не так на идиота похож. Ну чё, really? Эй, guys, really? Girls, guys, или кто вы там? Кто вы там вообще? Ладно. Ну так вот, короче, вариант ответов, типа, первый вариант был, что все три варианта, которые я предлагал, типа, у меня проблемы с кожей, я не хочу вот это все палить, да, вот это вот все, вот, хотят вот это все, в принципе. Ну, в СЕПе это не так, конечно, ну, короче, ребята, блядь. Вот, проблемы с кожей, второй вариант, это то, что я вот и люблю эту эстетику, ЧБ, вот это вот все, оно отсекает все лишнее, позволяет сосредоточиться на самом важном. Да, ебать, вижу я, как вы сосредотачиваетесь на самом важном, да, вижу. По-моему, тут уже никакой фильтрос не поможет. А, по-моему, у меня уже стал этот язык уже в узел завязываться, и уже что-то со словами, я превращаюсь, блядь, в какого-то Моргенштерна ебучего, скриптонита. Ну и, короче, какой-то еще был третий вариант. Типа что, ну вот захотел и взял, захотел, вот сделал ЧБ, захотел, сделал сепию, захотел, не сделал там, и в итоге сделал. Короче, был вариант такой, что все эти три варианта, и второй вариант, что проблемы с кожей. Короче, ребята, проблемы с кожей. Тонкая болезненная кожа. Может быть, так выпуск и назвать этот? Тонкая болезненная кожа. Ебать. Не, ну а чё, метамодерн? Да, ну такова правда, чё ж поделать. Да, из-за кожи. И вот тут я забыл, что я вообще хотел сказать. Ладно, вы всё-таки посмотрите 25-й выпуск, потому что я как бы сейчас... Я понимаю, что это капец какая зашкварная точка опоры. Этот 25-й выпуск. Но мне больше не на что опираться, поэтому я стараюсь на него опереться, как бы исходить из того, что я там говорил, преимущественно в конце. Что произошло? Да, странички перелистнулись. Я не знаю, какой фильтрос применить, чтобы выразить все богатство, в кавычках, этих новых страничек. Я уже как-то показывал эти два листочка, и, конечно, у меня было очень характерное, у меня было, не было, а было характерное выражение лица, радостное, потому что я тогда думал, что все, вот оно. Не, в каком-то смысле все. Как минимум 85% песен, по крайней мере, из этих списков уже, вот, из этих списков, как минимум они готовы, но как бы я ни старался законсервировать, нет, нехорошее слово, закапсулироваться, что ли, ну вот, типа, написал песни, да, ну и вот и все, типа, и давай, ну как, типа, Егор Крид, там, одну песню написал, и все, и Дубай круглый год. Нет, не получается у меня, вот. Сколько у меня сейчас на данный момент? 33 песни. Как минимум, вот уже в списках, да? Ну, имеется в виду активный репертуар, да? Вот. И то.
как я говорил, опять же, в 25-м выпуске, да? Благодаря вышедшим вот этим трем альбомам я увидел, что нет, что-то тут не так, и я понял, что не так. Какие-то песни, мягко говоря, начинают неприятно резонировать у меня внутри. Ну, то есть они какие-то... Ну, такое, у меня такое чувство, что как будто бы не я их написал, эти песни. Вот, и что-то как-то я не знаю, я вот так вот не хочу. Вот, может быть, это мой внутренний глюк, может быть. Надо проверить еще эту тему, я проверяю ее как раз-таки. В общем, началась какая-то еще более активная фаза проверки песен пространством и временем. Вот. И что-то я вот подумал, а нет, этот-то списочек, то, что составлен хорошо, но это не финальный списочек. Вот. И, наверное, начался какой-то еще новый виток моей поэтопесенной деятельности. И этот виток как раз-таки будет еще более и более отшлифовывать то, что есть в этом списке. А то, что не поддается отшлифованию, да точнее, нет, даже не в этом дело. А то, что вот просто проявляет себя как песня с не понять каким зарядом вообще, написанная на не понять какой там, на не понять каком импульсе. Вот, эти песни просто будут отсекаться. Это у меня, кстати, не впервые так. Очень много из того, что я написал, уже отсечено. Вот. Ибо я песнями, как я говорил, с 2007 года занимаюсь. Вот. Ой. Опять какая-то, блядь, болтология начинается. Короче, у меня возникла идея все-таки вот не погружаться вот в этот депресняк. И вот эту вот тотальную безысходность и разочарование после проделанной работы, и не только моей, вот. Именно разочарование как раз с этим таки, я уже об этом говорил в 25-м выпуске, что ладно бы, если бы я был только один в этом, так скажем, замешан, да, вот, так и еще подключил талантливых ребят, которые потратили свое время, свои силы, чтобы оформить вот эти вот песни, там, как я думал, в окончательной структуре, так, скажем так, в окончательном обрамлении, да, и в итоге вот получилось то, что получилось. Нет. Это не окончательное обрамление, и далеко не все песни были, как я сейчас понимаю, достойны того, чтобы там люди над ними работали, вот. То есть зря вообще, что я... Вообще зря я их записал, вот. И зря было на них потрачено время. Вот, короче, вот это вот все ебаное разочарование мое, я вот решил в него не погружаться, а все-таки при всем уважении как раз-таки к проделанной работе, ну... Ну, видно вот на горизонте, на вот курс, да, видно вот айсберг, да, вот Титаник плывет, вот айсберг, алло, поворачивать надо, блядь. Ну, вот я такой думаю, блядь, надо поворачивать, и это, и хорошо на самом деле, что у меня есть вот хоть какая-то точка опоры, да. И как получилось, что я-то думал, что это финиш, да? А нет, это не финиш, это оказывается только трамплин. Трамплинчик даже не трамплин, а трамплинчик. То есть вся основная веселуха впереди. Вот. Ну, то есть, по-моему, пора в негатив переходить, фильтрос. Короче, сейчас идет работа, уже начата. И я настолько решил радикально подойти к этому, что
Ну, раз уже делать какую-то альтернативную, да, я решил сделать альтернативную программу, вот. Я пока не буду утверждать, что это будет какой-то альбом, а может быть даже и несколько. Короче, из всего этого добра, из некоторых моих набросков, еще новеньких вещей, я сейчас постараюсь сделать некую такую альтернативный такой активный репертуар. Почему я говорю, что альтернативный? Это будет галимый. Да хотя я не могу сказать, что прям такой уж галимый. Ну, короче, это будет тоже эксперимент. И так как я готовлюсь ко всем вариантам, стараюсь готовиться ко всем вариантам развития событий, вот, не исключено, что этот эксперимент будет неудачным, да, и, может быть, даже более неудачным, чем этот. Ну, в этом варианте, да. Ну так вот, даже если он будет таким уж прям сокрушительно неудачным, у меня, по крайней мере, останется еще вот это вот, и я смогу откатить базы к этому, да, и как-то с этим еще там что-то порулить. Вот. Но у меня есть подозрение, что все-таки, если я сейчас прям вот соберусь и вообще прям подключу все свои, мать его, когнитивные ресурсы, мне удастся привести действительно достойнейшие, самые достойнейшие вещи из этого списка и из тех, что пишутся. Самый-самый вот в натуре проверенный всеми временами и пространствами. Вот все. То есть многое из того, что здесь будет не то чтобы дописываться, еще некоторое ретуширование произойдет. Вот. Архитектурные вот эти дела. Не все лишнее я отсек. И в некоторых песнях даже в словах-то прибавится, мне кажется, да. То есть это те самые слова, которые вот как-то летали между строк, да, но я не мог их сформулировать. А сейчас я вижу эти слова, и я их буквализирую, вот, и песни чуть-чуть преобразятся. Вот. И я решил настолько радикально к этому подойти, что ладно, там с текстом работа, это отдельная ветка. По звуку. Я решил все-таки по звуку еще уточнить моменты. И настолько доуточнялся, что наткнулся на опять очередной альтернативный строй. Я попросил своего друга проверить, пробить его на наличие в природе, ну, то есть есть ли этот строй вообще в природе, вот, потому что что-то мне подсказывает, что это опять что-то такое из ряда вон, по-моему, выходящее, вот, но строй достаточно интересный, интригующий. У меня уже был подобный момент, подобный эксперимент, подобный экспириенс, да, что я натыкался еще где-то по январю, натыкался на тоже строй методом проб и подкруток, вот. И он казался мне тогда вообще офигеннейшим, то есть вообще какой-то вот прям вот инопланетный. Вот. И я уже тогда прям загорелся и такой думаю, бля, все, будет все на этом строе, короче. Прям, если уж аутсайдер рок, то уже по полной программе. Вот. И это. Ой, опять доширак. Я на тот строй поставил всего одну песню. И все. И тема дела и ограничилась. И он сейчас в экспериментальных загашниках. Потом в итоге мы как раз с моим друганом пришли к выводу, что этот строй вообще настолько специфический, что, по-моему, если его когда-то и применять, то, наверное, только на одну-полторы песни. Вот, специально. То есть это строй специально для какой-то, может быть, одной особенной, максимум двух гиперособенных каких-то песен. Вот. Но это что касательно того январьского строя, да? Вот. Примерно то же самое у меня получилось сейчас. Я сидел, сидел, крутил, крутил, но так как у меня имеется тот опыт, да, я решил все-таки попытаться докрутить так, чтобы, ну,
Ну что прям вообще там вот прям ну чтобы вообще вот этого авангардного болота не было, вот авангардищины вот этой вот. И докрутил. Докрутил так, что на данный момент на него поставлено 4 песни. 4. То есть не одна, а 4. То есть это о чем говорит? О том, что он, этот строй более пластичный, более гибкий. Вот. И я думаю, еще ряд репетиций, и, наверное, я укоренюсь в этом мнении. Вот. И надеюсь, что не разочаруюсь. По крайней мере, меня просто дико заинтриговал этот звук. И опять же, давайте, я не буду сейчас говорить, что это за строй, вот, потому что, ну, потому что, короче, я даже на кнопку нажимать не буду, я забыл, что хотел сказать, а нет, все-таки нажму. Ну, потому что, я, может быть, к этому строю все вот эти года с 2007 года и шел, да, и, а тут на тебе. Нате вам. Это мое приветствие, если что. Ну, те, кто предыдущие выпуски смотрел, помнят и понимают. Это мое приветствие. Ну, то есть это, ну, то есть это практически, я не знаю, ну, если бы у меня была бы сейчас шляпа, я бы. Это считайте, я шляпу снимаю и респектую. Слушайте, а давайте конкурс. Вот если это видео наберет. Сто лайков ВКонтакте, потому что YouTube все равно не отображает количество лайков. 100 лайков, если оно наберет в YouTube, я скажу, что это за строй. В общем, пока что вот этот новый виток творческий, песенный, да, он обнадеживает. Вот. Я не буду ничего загадывать, но есть весомая доля вероятности, что быть этому альтернативному активному репертуару, быть новым песням, быть старым песням по-новому. Вот. И да, это рок-н-ролл. Да. До следующих выпусков. Ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь на меня. Ой. Ну или отписывайтесь. Не без разницы. Я за любую активность и рефлексию. Да, я этот выпуск назову «Активность и рефлексия». Ну, потому что тонкая кожа — это слишком буквальная метафора.